Покажем контентчик. Hi, it's Aliyah. These were my first weeks in Vienna, and this is a walk with my first friends around city center. Hope you enjoy. Как красиво! Сегодня мы гуляем вместе с Айсу и Алтанай. Welcome to the vlog. Hi guys. Вообще можете и на английском, и на русском, я все равно субтитры. Hello. Hi Zaisu. Deutsch auch? Я. Geht auch? Я. Посмотрите, здесь уже весна вовсю. О! Во-во-во! Что вы живете? Можете сказать что-нибудь? Сегодня вышли гулять. Сегодня очень крутая погода. 3 марта, сегодня 03.03.24. Отличный день, чтобы погулять, да. Посмотреть Вену. Сегодня так тепло. Сколько? Плюс 15. Плюс 17. Почти. Плюс 17. Весна наступила. Март. Скоро 8 марта. Ура! Ура. Покажем контентчик. Let's go! Расскажите, пожалуйста, что это за здание? Очень круто, я очень рада, что мы это музей близнецов. Посмотрите, вот там у нас находится сейчас музей. Geschichte irgendwelche Museum. Понятно. Ну я тут уже была. Я первый раз практически посетила. Так. Очень красиво. Прям идеально. Идеальные кустики, чек. Мы в восторге. Да. Ну, весна, шикарные женщины, девушки. Фотосессия. Это все, что нужно девочкам. Да. Собраться и пофотаться. Реально. И вкусно поесть. Да, 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 да. Я сейчас хочу... So, I'm in Vienna now, you know? Гуляли по центру, сделали фотографии, насладились австрийским культурой. А, чуваку спасибо за то, что помешало. За приветствие. Мы тебе желаем здоровья. А, вот такие красивые девушки. Всем спасибо! Walks like that are really needed, and they help me to forget about my problems and just enjoy time with my friends. So I really like that walk around city center. Hope you too. I ain't got a single day I like today, 'cause I'm tied up being sort of fancy, and I certainly don't believe in destiny, but sometimes I wonder if it's meant to be. At this point I feel I got a history. О, вот так красиво, так красиво. Like the cube? Yeah. Yes.
Yes. О, вот так красиво очень. Okay, that was it. Вау.